И привет, друзья, товарищи! Как бы там банально ни звучало, оказывается, в нашем повседневстве существуют люди, которые не умеют готовить то блюдо, которое сегодня будем готовить. Готовим сегодня гороховый суп с курицей. Поехали! Берем кастрюльку, 1,5 литра водички, отправляем сюда 200 грамм хорошо промытого гороха, промытого, обратите внимание, не замоченного, и отправляем куриное мяско, ножки куриные. А теперь включаем и варим полностью мяско до готовности. Так, друзья, и когда закипело, начало кипеть, снимаем пену. Добавляем сюда 2 листочка лаврушечки и душистый перчик. Берем 2 картофелинки, разрезаем и на произвольный кубик, какой вы любите. Отправляем картошечку. Берем небольшую луковицу и нарезаем меленько. Добавляем лучок. Берем небольшую морковку и натираем на маленькую терку. И морковочку отправляю тоже в кастрюльку. При желании, кто любит делать зажарочку, можете лучок с морковкой обжарить на сковороде. Добавляем 500 грамм кипяченой воды. И берем небольшой пучок укропчика и петрушечки и меленько нарезаем. И зелень отправляем в кастрюльку. И при желании можете подсушить себе греночек и добавить в этот замечательный супец. Супец наш готов. Это не просто супец, это музыкальный суп, друзья. Гороховый, знаменитый. С греночками. Всего лишь 40 минут и квартет готов. Всем мира добра. До новых встреч, друзья. Пока-пока.